победителем соревнований Гран-при Кубок России в женском одиночном катании стала Юна Ким Карелия. And ladies and gentlemen, first, the winner of the gold medal, Yuna Kim, Korea. Второе место и серебряную медаль завоевала Юкари Накано, Япония. Третье место и бронзовую медаль завоевала Жони Рошет, Канада. Награждение проводит президент Федерации фигурного катания России Валентин Бесеев. Первый заместитель руководителя департамента физической культуры и спорта города Москвы Юрий Нагорных. And the first deputy chairman of the Department of Physical Culture and Sports of Moscow, Юрий Нагорных. И сопровождают. They're accompanied by. Рефери соревнований Евгения Карнольская. The referee of the event, Евгения Карнольская. И технический контролер Александр Лакерник. And the technical controller, Александр Лакерник. Награждение победителя и призера проводит президент Федерации фигурного катания России Валентин Бесеев. Дорогие друзья, специальный приз от спонсора соревнований японской косметической компании «Пула» вручает президент компании «Пула» в России Максим Омаяда. Dear friends, the special prize from the sponsor of our competitions, the Japanese cosmetic company «Пула», is awarded by the president of the company in Russia, Максим Омаяда.
честь победительницы исполняется государственный гимн Кореи. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Korea. Благодарю победителя и призеров.